Николайчик Маше принес киндер и Барни вот такой новогодний. Это Маша коллекционная, даст... потому что она оранжевая. Ага, хорошо, будем знать. Желтая, а у нас... не коллекционная. Вот даже на упаковке был. Вау! Какой миньончик. Вагонетка. Круто. Все-таки киндер-сюрпризы — это классная штука, да? Да. Это вот. Мне напоминает, как в игре. Да? Вот тут есть. Вот, давай посмотрим. Ай, прикольный. 11 номер, да? Смотри. Вот, прототульки. А, это типа профессии. А вот Грю маленький. Так что будем собирать дальше, да? Прикольно. Я люблю миньончиков. И мультик классный, вот да, это скажи? Прикольно. Да. Сейчас Сашуля тоже будет открывать, да? А тут? А то просто инструкция. Тут классно, вот, оказывается, отсобирать. Мам, смотри, тут такая, типа, прикольная штучка. Смотри, вот тут вырисовал. Типа, ее так тягаешь, и она вперед. А, тут не просто так, тут что-то еще происходит, да? Прыгает он, наверное, или скользит. Да. Надо будет попробовать. Он на колесах, он должен ехать. Я оно как-то вот так. Ну, как-то вот тут она брала, он летел. Да, ну не знаю. Все, вставайте. А может это без колесиков так? Да нет. Дима, иди, будем открывать твой киндер. У Димы тоже. Ну, у нас у всех одинаковые сладости, конечно же. У Саши вот такой вот миньончик попался. Классный такой тоже. Каратист, походу. И он тут как-то он что-то еще делает. Ну, нажимать на него вроде как надо. И он так... Я думаю, вы поняли. Сейчас будем Диман открывать. Так, будем Диман открывать. Да, Дима, вот... Твоя шоколадка, ну шоколадку может быть мама съест, так уж и быть, да? Какой у тебя тут киндер попался, оп, вроде тоже оранжевый, наверное коллекционный. Аба, ай, повторка, и снова 11 номер, жаль, что повторка, конечно. Ну, куда деваться. Зато если потеряем по квартире, не так обидно будет. Вот так. Вот еще один такой миньончик у нас. У нас вообще коллекция миньонов, наверное, очень-очень большая. Вот, так что это мы в холодильник положим. Мама как-нибудь с чайком попьет. Да, все, Дима принялся играться. Да, улетели. Улетели. Это будут два брата-близнеца и один каратист. Во всяком случае, минут на 15 Дима чем-то будет занят, и это уже хорошо. Мама сможет доделать свои дела, развесить белье, разобрать посудомойку. Точно такой Марусь. Два брата. Близнеца. И знаешь, что я хотела? Мне было бы прикольно, если бы мы еще бы такого собрали. А, да, и было бы три вот этих брата с одним глазиком. Надо поремонтировать, Диме. Смотри, Дима. Подними, пожалуйста. Кия! Маша тебе поднимет. А я поняла, что в этой была инструкция, что оно не как-то там нажимаешь, и он сам едет. Его просто отталкиваешь, и он поехал. Быстро. Понятно. Смотри, как он катается. Ну все, дети заняты, мама может браться за дело. Би-бип. Их пусто. Ой. А я вам
хотела пожаловаться. У меня опять несчастье, горе. Ой-ой-ой. Соня изгрызла мои последние нормальные как бы наушники. Ну, как бы условно нормальные наушники самсунговские. Представляете? Живого места не осталось. Тут ни одного соединения просто нет. Причем они лежали у меня под подушкой, представляете? Видимо, что-то торчало чуть-чуть. И она начала играться, играться. И вот так вот. Я не знаю, что делать. Мне муж говорит, нужно железные наушники какие-то, чтобы она не могла их сгрызть. Вот, ну, беспроводные, конечно, да, они у меня есть, но когда я работаю с ноутбуком, мне с такими комфортнее. Беспроводные как-то вот качество звука все равно не то, я не знаю почему. Вот, поэтому не знаю, может, у вас есть какие-то варианты. Как бы у нас проблема с когтями кошки, да, я тоже ищу решение этой проблемы. И плюс вот то, что она грызет все, я понимаю, что у многих собаки, наверное, которые обувь загрызают. Но у нас еще такого не было вообще, никогда я была ребенком, у нас кошек было всякие разные, скажем, да, все, ну, разные. Вот, поэтому, представляете, все, я так расстроилась сегодня, ну, а что делать? Хорошо, что я купила вот те запасные на всякий случай, но они, конечно, без микрофона, там нет микрофона. Ну, придется еще что-то подкупать, потому что, не знаю, муж говорит, возьми самых дешевых, там, штук 5. Я говорю, ну да, будем кормить кошку наушниками. Вот, так что, вот такая вот у меня неприятность сегодня. Очередные мои наушники, так что, ну, что ж, куда деваться. Всем привет поближе, еще не виделись, да. Я сейчас хочу быстренько-быстренько нарезать курицу, у меня уже нету 40 минут. Думала еще успеть даже пожарить, но, к сожалению, нет. Сейчас ее порежу. Наверное, немножечко замариную. И уже потом хочу сейчас... Вернее, не хочу, а нам надо. Сейчас Маша Диму оденет, и мы поедем. Надо забрать Сашулю, отвезти Машулю. Вот, и потом уже будем чуть-чуть как раз пожарим это все. На котлетки, наверное, нарежу. Курочку, шкурку обрезаю. Сейчас Соне буду отдавать, потому что никто ее есть не будет. И сейчас мяско вот это куриное, кстати, нарезаю. Оно не филейное, но такое пожирнее будет немножечко, но тоже полезное, потому что курочка. Вот. Да, девчонки, сегодня день Святого Валентина, хотела сказать. Ну да, совсем мать уже вперед-вперед ушла прям намного. Вот, нет, сегодня день Святого Николая. Напишите, как вообще ваши детки, что у вас. У нас получают чисто сладости, у нас ничего, никаких особых подарочков нет. Пишут письмо Деду Морозу, ложат, и приходит Святой Николай, забирает письмо, чтобы передать Деду Морозу, и взамен ложат сладости. Ну, как бы так, вы потрудились, письмо написали, вот получите конфетку. Что-то типа такого. Знаю, что очень многие получают подарки от Святого Николая, но у нас как-то вот так заведено, так принялось. Вот, еще сегодня, наверное, планируем съездить к родителям, ну, к мамам. К мамам, к родителям, да, как-то так. Вот, поэтому надо все успеть. Выходные не такие большие, как оказывается. Хотелось бы, чтобы они подольше были, но, к сожалению. Вот. А еще вот это пожаловалась вам сегодня по поводу наушников. Не знаю, что мне делать с этой кошкой, просто не знаю. Она меня выводит по самые не могу, потому что одни беды, сплошные беды. Дивану она убила просто вот то средство, это так, как воздух побрызгать и ничего. Ну, конечно, я надеюсь, что его можно будет обрезать, ну, пообрезать вот эти все ниточки, которые вытянулись. Все-таки я склоняюсь к тому, что нужно подстригать ей когти. Не знаю, насколько это решит проблему с мебелью, но очень на это рассчитываю. А еще, кстати, нашла, ну, начала читать всю эту информацию и нашла вот это. Есть такие силиконовые накладки на ноготочки, но они приклеиваются. Вот это меня немножко испугало. Как бы, знаете, ну, блин, приклеить, да? Я думала, они, может, одеваются и как-то так держатся. Ну, я понимаю, что кошка с тем, как она бегает, как лошадь, она их, скорее всего, растеряет. Ну, и клей тоже такое дело ненадежное. Вроде надежное, но в то же время ненадежное. Не знаю. Либо прибегнуть к такому методу, либо все-таки купить обрезалку для когтей. Не знаю, я всегда очень боюсь. Вот этот процесс меня прям так моторошно-моторошно. Но нужно что-то делать, потому что... Либо покупать... Вернее, у нас есть когтеточка, но толку от нее никакой. Диван это лучше. Ну, диван уже просто на него страшно смотреть, честное слово. Так что, если у вас какие-то советы на этот счет, посоветуйте мне что-нибудь, я буду только рада, потому что нужно решать эту проблему, либо менять придется в скором времени диван, а он у нас буквально, не знаю сколько, ну, года 2-3 максимум. И как бы так супер большой, и, ну, не хотелось бы, не хотелось бы. С такими проблемами кошачьими я сталкиваюсь впервые, то есть у нас такого раньше как-то не было. Не, ну, было то, что кошка там когти точит,
Ну, чтоб вот так вот она наушники испотрошила. Просто все. Вот я очередной раз переживаю за зарядные для телефона, для ноутбука, потому что, ну, тут проводочки, конечно, поплотнее и побольше. Но я думаю, что, знаете, если у нее будет желание сгрызть, это я ее все время, вот она уже охотится на мясо. Если у нее будет желание сгрызть, то она и там прогрызет. Я очень сегодня расстроилась, потому что у меня была надежда на эти наушники. Я их убирала регулярно, постоянно, все время. Ну, а сегодня вот так вот опять сложилось. И я, конечно, корю, виню себя, что снова-таки нужно было убрать их куда-то наверх на полочку. Но, ну, видимо, все-таки судьба. Это судьба. Вот, ну, есть вот эти запасные. Ну, там микрофона нет, я вам уже говорила такое. Ну, печалька, конечно, это такие наушники, просто чтобы были. Так что нужно будет что-то опять задаться целью. Видно, парочку еще прикупить на всякий случай. Хотя это тоже не выход, знаете, покупать наушники, чтобы Соня их сгрызала, да? Ну, блин, вообще. Вот. Так что и с коготочками тоже надо что-то подумать. Вот так что буду быстренько нарезать. Маруся как раз Димасика там уже одела. И мы поедем, Машу отвезем, Сашу заберем и будем как раз уже жарить тут, доготавливать. Девочки, хотела сделать получше. Купила мясо вроде как не грудка и как бы пожирнее. И что? Сделала себе хуже. Провоськала с ним. Столько много жилочек. Вот это мясо, ну, с ножек. Хотела показать, не буду. Это не для слабонервных, потому что, ну, лично для меня это тяжело вообще, вот эти жилочки. И там, и там, и там. И сидишь, выколупываешь, потому что я знаю, что, ну, мне самому неприятно будет потом есть, потому что, признаюсь вам честно, что в детстве, вот если нужно было вот курицу, тушку, да, например, она замороженная там или еще что-то, мама просила там в раковину положи ее, да, я брала тряпочка ее брала, я очень боялась прикасаться. Вот настолько я вот к живому мясу, но именно к мясу я вообще не могла руками прикасаться, не знаю, прямо у меня страх какой-то был. Вот, и мясо я, в принципе, небольшой любитель, чисто какого-нибудь сухого, да, там такого, без ничего, вот именно без ничего, без хрящиков, без жилочек, без шкурок, без ничего, ну, сухое мясо, просто диетическое сухое мясо, вот это для меня да. А вот эти все моменты, нет, это не, это вообще не мой случай. Да, переработанное я очень любила, сосиски, котлетки, это идеально. Ну, сейчас уже, конечно, я стала мамой, мне приходится разделывать разные части, разные части. Вот помощник мой пришел уже. Пришел, причем стул берет, сейчас будет пододвигаться. Ты ко мне? Уже почти собраны, но не до конца. Ты ко мне? Помогать будешь? Да? Помаши привет. Ты умеешь привет махать? Да? Да? До бабули поедешь сегодня? Да? Да? Так что все, сейчас замариную. И тогда уже будем выдвигаться, а потом уже приеду, нарежу на котлетки филе. Вот филе куриное, это отлично. Там ничего практически нет. Ну, бывает там одна жилочка, вот это и все. Так что мариновать, кстати, буду обычно перец чесночный и... карри, да, карри, побольше карри и кориандр, да. Кориандр я всегда добавляю в любое мясо. И помощник мой. Да? Ты мамин помощник? Скоро, видимо, тоже будет помогать посуду мыть, готовить. Так что все впереди у нас. Так, ну замариновала я курочку, как смогла. У меня тут, кстати, подарочек тоже от Святого Николая перепал. Там парочку конфеток моих любимых, да. Маруся постаралась и говорит, как ты догадалась, да. Вот, надо посуду помыть после завтрака. Но я так понимаю, это будет делать кто-то самый младший в семье. Да, Дим? Скажи, да? Угу. Кстати, в последнее время заезжала в Великую Кишеню, да, вот, а там как раз мой соевый соус продается, именно он именно там продается, мой любимый, и я все забываю его купить, не знаю, наверное, не буду добавлять соевый соус уже, тогда поставлю, пусть пока так постоит, а потом приедем и пожарю. А, кстати, скажите, вам дети задают вопрос, почему Святой Николай дарит не одинаковые подарки всем, ну и сладости не одинаковые, я говорю Маше, что, ну это Маша, естественно, такие вопросы задает, я говорю, ну ты понимаешь, все по-разному себя ведут.
ведут, учатся все по-разному, поэтому и в книжке всем разные. Ага, говорит, они еще хуже учатся, ведут себя еще хуже, а им лучше подарки. Вот, вот это когда начинается, знаете, сейчас социальные сети выставляют каждый, кто чего кому там принес, да, подарки на Новый год, да. Подарки от Святого Николая и все прочее. Естественно, многие дети, вот, ну, кто верит в это еще, естественно, все. Вот, они думают, что вот, печально. Не знаю. Удовлетворить все потребности детей, вот, просто нереально, согласитесь. И так родители, мне кажется, из кожи лезут вон, чтобы все постараться, чтобы было хорошо. Но... Вот, поэтому вот задача родителей по максимуму, знаете, найти вот ту золотую серединку, чтобы было и по кошельку не больно, и детям приятно. Вот. Так что напишите, как ваши дети реагируют на то, что у кого-то подарок лучше, чем у него. Вот. Ну, я пытаюсь объяснять, пытаюсь все-таки, конечно, вложить в голову то, что, ну, у каждого свое, и не нужно равняться на кого-то, ведь правильно? Так, все, уже будем мыть посуду, потому что Дима прям требует чистоты и порядка. Все, будем мыть посуду.